Всем привет, друзья! Сегодня у нас Kia Sorento Prime 2019 года выпуска, 20-го модельного, с двигателем 2.2 дизель, 200 лошадиных сил. Сегодня мы посмотрим, как здесь поменять воздушный фильтр. Кстати, процесс замены аналогичный и на бензиновом двигателе. Сегодня такое вот у меня колоритное место возле железной дороги. Значит, воздушный фильтр находится здесь. Вот написано Air Filter. Вообще видео вот прям очень простое, очень короткое. Замена элементарная, аналогичная на Hyundai, на многих моделях вообще Kia, независимо от двигателя. Но кто-то может этого просто не знать. Какому-нибудь дедушке, девушке или новичку может оказаться полезным, как показывает практика по предыдущим аналогичным видео. Действительно, есть люди, которые не знают. Итак, открываем крышку. Здесь вот две защелки, одна здесь, одна здесь, даже стрелочки есть. Все, открыли. Дальше поворачиваем вот эти фиксаторы, опять же по стрелочкам, видите, замочек раскрытый. Соответственно, сюда повернули и сюда повернули. И тянем его на себя. Все, вот он фильтр. Вот он стоит. Вот этот фильтр у меня стоит с завода. Пробег уже 4000 километров и немножко уже припылился. Вот он номер фильтра для заказа. Именно этот стоял с завода. Вот еще раз эти замочки. Видите? Вот открытый и закрытый. Соответственно, вот эту штуку поворачиваем в закрытое положение, либо в открытое. Ну и ставим условно новый фильтр на место. В данном случае я ставлю тот же, который и доставал. Оп! И закрываем. Ну и теперь закрываем крышку. А на этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал группы ВКонтакте, оставляйте комментарии под видео. Всем пока!